Который ты тогда проходил? На харде. На харде. Да, на легкой, на харде. Нет. Да блин, использует ту фигню, как я использую. В сложных местах пропускает часть нот. Так там просто елки сразу. Я помню, Миндаликуан, все равно там нормально. Нет, вообще не нормально. Это же последний концерт самый же, да? Да, последняя песня осталась, все, потом должно быть. Там СВР, это еще прочее. Да. Я даже Рейнинг Блад прошел, понимаешь? Ну вот Рейнинг Блад на каждом не сложно, на эксперте трочек. Я не сложно, там когда мош первый начинается. Ну это место дебильное, но может сразу даже вот замошнить по-такому. Спрашивает, что это за милая девушка рядом с панком. Это Пурпур. Спрашивает, почему бублики такие злые? На стрим-фесте было так весело, что все залипали в телефонах. Идти, так на стрим-фесте были стримеры и зрители. Аудитория интернета, конечно, они не на стрим-фесте бы залипали в телефонах. Я на стримах иногда в телефоне залипаю, и ничего. Чё себе, а когда вот я тебе звонил, да... ты в телефоне залипал. Ну, блядь, я играла, проходила вот эту санину. Чё ты от меня хочешь, брови? Лера, сберись, Лера. Чё ты я триггерю? Да потому что эти аутисты, короче, всю ночь куролесили, мне спать не давали. Куролесили, мы проходили игры, точно так же. Да, потом я проснулась, было норм, пока я одна сидела. Блядь, я забыла убрать. Вот. Тебя уже даже не троллил, он подсказывает. Мне просто брови бесит сегодня. Ага, понятно. Слушай, подожди, ты даже сегодня или всегда? Надо было сожрать срань-то. Сердечко ему дал. Да, блять! Так ты привезешь свою новую. Кидай. Шестью кнопками по стол. Ну. Ты прям, ты триггер-то... Сегодня не Лера будет играть, да? Будет, сейчас вот она пройдет. Она справится, мы уверены. А где шар? Исчез. Лапки лучше, на самом деле. Привет, Кустик. Мясо поела? Если нет, то и ешь. Ты сам пишешь, у него есть старая гитара и Guitar Hero. Для какой концерт? Ну блин, мы же не будем играть в Guitar Hero. Игры детства, Guitar Hero это попса ваша. Уже это такое. Уже без души. Будет играть, если привет, Кустик. Когда, где я? Полчаса назад уехал, да, опоздал. В пробке же был. Мы в пробке с ним встретились. Он уехал, потом через полчаса уехал. Полчаса назад. А чё, что, Кулгин ничего не пьёт? Да. Но она не дошла до холодильника. Я спрашиваю, ты если она поела мясо, поедешь? Нет, на словах-то все мы любые толстые. Да. Бро, ты на словах вот Лев Толстой? Я сам Лев. Блять. Давай. Я и бог хардкора, и все прошел. И стрим завтра будет. В шесть, да. Ну ёпта! Нюк не умеет Guitar Hero, да. Что за стрим, я там сидел. Блять! Так хочется ей помочь, но нужна сама. Я не хочу, чтобы ты мне помог. Я тоже здесь горел. Пиздец горел. Я не помню, прошел или нет, по-моему, прошел. Уже Дрозен Принц, но это, конечно, похоже на меня, но слишком плохо. Да ну ладно, не забывай, торопишься. Слышу. Там нужно в этого превратиться, что ли? Нет, да нет, ты задамажишься, ты уже там он долетит посередине, а не справится. Да, летишь посередине, быстренько побежишь направо, только приземляешься. Вот ботиночки летишь, а вообще дамажишься. Ноль жизни-то. Да ладно, ничего страшного, я уже попробую. Все самое топичное, оно для жизни проходит. Вот все них быстрее направо. Вот, так, здесь, конечно, просто беги вперед. Конечно, смогу сын, да, о чем речь? Так нет, наоборот, когда ты гонишь миллион львов, побежаешь... Что? Да. Не бей. А дальше куда? По центру падай, по центру. Да. Ну почти. А по-моему все, да? Это был последний? Заново! Нет, она еще по-моему снизу, что-то в лаве так поднимается, еще из лавы.
Там еще третий раз надо бежать. Да, ну это последний там уже все. Там он не особо длинный будет. А что у нас там? Старый, говорю. Лучше не сразу посос. Бежать от колеса вниз самая легкая часть? Ну, вроде как, да. Ну, я не помню, слушать точно. Но я помню, что она уже последняя должна быть. Но обычно убегать от чего-то вниз легче, чем... Вверх, туда. Да. Вверх, туда-сюда, да. То есть там вниз, типа, просто... Я, короче, сегодня рассказывал, смотрел, короче, порно-пародию на Флинстоунс. Она вообще, кстати, годная была. Я, кстати, тоже ее видел. Да? Ну, годная же вообще. Она же от Браза, что ли, нет? Не, по-моему, хотя вообще не знаю. У них и на Заводной апельсин есть, на Криминальное чтиво, и на Breaking Bad. И вообще на все, на Спать Вова я тоже видел. Браз совершенно однообразно вообще. Браз вообще не нравится. Ну, у них порно-пародии вообще офигенные. Там даже, они текст даже переносят, меняют цитаты там прочее. Заводной апельсин даже начинается так же. А есть уже Заводной апельсин? Нет, своё Заводной апельсин? Ну, такое упорное, правда. Ну так, если не надо. Я еще только конец смотрел, фактически вторую половину. Кого? Придолфин. Ты не смотрел целиком Криминальное чтиво? Нет. Ну ты гонишь. Да ключ. Ну посмотри, что не мешает. Смотри. Ну я дельфин. Ну он смотри с птицами, там перевод отправлен. Да, блядь, нужен. Ну, блядь, все тем, где что же происходит, там происходит же какая-то жесть. Да ты нафигонь. Ну я и делаю это. Взяли бы и помогли. Сейчас тебя забанят, Юка. Бан, Юка, пожалуйста. Я же скажу. Сейчас мы порно-пародии обсуждать. Конечно. Ты не можешь обсуждать. Ты знаешь почему, Гим? Потому что у тебя жена. Пруфы, кстати, были? Чтобы были пруфы, что знались? Были пруфы, что он не школьник. А вот твоя жена не было. Ты тоже не школьник, у тебя жены нет. И про не школьник, у тебя тоже жены нет. Я даже не школьник, у тебя тоже жены нет. Даже Лера не школьник, у тебя тоже нет жены. Ну не знаю, кто тогда у него деньги отбирает на подписку. Проедает. Блять, как можно у мужика, короче, отнять 350 рублей в месяц на подписку? Джона, я понимаю, бы он 100 рублей, блять, там, блять, 1000 рублей в месяц платил. Я тебя случайно тренирую, успокойся. Ты уже третий раз там упал. Я знаю. Просто я не понимаю, блядь, как можно отнять 350 ценных рублей. Да хуй с ним. Все равно пососу там. Ну ты неправильно настроил, так нельзя. Когда я так говорю, обычно получается. Привет, Торин. Я почти все, короче, всех боссов затащила на 0-0. Да, кстати. А ты же не видел, как она привозила мальчик походить? Я читал в твиттере, что ей понравилось, но у него упал палец. Ну, в конце. Ну, она прям там... Ну, мочи его, он на лоз боссе. Там же у него эти штуками стреляют, то такие... Надо как святой отец проходить. Блядь. С копья. О, это... Такое лучше с копья. Я шептал вообще, по-моему, у них не получается нихера. Это же Левина с тобой, да? Да. Кстати, вот на Зену пародия была так себе. На кого? На Зену. Ну такой-то. Такой, да. Вот Эдвард Руки-ножницы, это, конечно, было. А я сейчас смотрел на Том Райдер, который называется Бомб Райдер. Вот она была, там, правда, не порно, там была типа эротика такая. Ну ничего. Бомб Райдер. Бомб Райдер, да. Ну Бомб Райдер был... Вум это читается. Чего? Вум. Вум? Да, ты знаешь, что это? Ну что, не с письками? Это матка. Ну а почему вон там же? Ну не знаю, бомб. Это исключение типа или что? Это существительное. Не, понимаешь, это существительное, но почему бомб? В смысле? Какое исключение брови? Ну почему вумп, а не бомб? Вумп, потому что так считается. Да, но там МБ, правильно? Да. Не, ну может я, конечно, протупила, но... 350 нужно месяц хавать? Ничего себе! Какие герои в чате. 350 что? А сколько ролл там стоит, самый дешевый? Ну, рублей 7. А, не да, так лава. Да. А, ну да, можно. Да. Ну, если не ролл, а брать какой-нибудь Дикси или там каждый день, конечно. Да ты обосраться там по 7 рублей каждый день ролл жрать. Не, можно 2 в день, ты чё? Считай, ты... Ну, 15, грубо говоря. Ну, у меня 2 будет день мало. День-то мало. Ты гонишь? Ну, если как ты раз там же ролл, там такой маленькая пачечка, да, за 7 рублей. Матка, допустим, все правильно. Два за один раз поесть. Не, это много.
Два сзади нас, это много. Они же маленькие, где тебе, что не Биг Бон? 15. Уже 15. 3 дня получается, это получается 15. 35. Не, 15, 10, 150. 10 дней, 150. Правильно? Это по 2 в день, вы гоните по 2 в день, это мало. Не получается, не получается. Ты не наешься. Ну да, иногда значит получится по одному только. Ну, что, или что? Можно еще. Можно короче, купить просто картохи. Можно все. Скинуть, короче, этих роллонов несколько и купить, короче, мазика. И мазика туда еще херачить. Дорого будет, мазик дорогой. Сколько мазик стоит? Ну прилично. Ну, самый дешманский, наверное, крутить, не знаю. Ну а что ты будешь с мазиком делать? Есть без роллона, то. Блять, как меня. Это просто нормально. Вместе с роллоном, ну почему нормально? Ну на жо есть. Один раз поесть. Ну да. Один раз день мазик с роллоном. А как войну-то сбежали? Врагу не пожелаю, это жизнь. А вы помните, как раньше-то? Деды воевали. Деды воевали. Пускай войну. Жрали ротон с мазиком. В блокаду, а ты, сука, жрёшься. Они там не ротон с мазиком ели, а веремицы вываривали. Ну, слава богу, я не в Сталинграде, поэтому нет. Один ротон, один мал. Новосибирск есть 5-рублёвая лапша. Ну, у нас есть каждый день там, или в Диксе, так, они тоже стоят недорого. Ну, буханка хлеба 9 рублей. Это где там? Что? Дешево все, да? Минимум 20 рублей стоит хлеб. Такой вообще. Ну 18 там пикап стоит такой. Какой вообще, да. Блять, 9 рублей. Че вообще за ебеняк в России? А в Челябинске сок стоит. Так же, как в Москве. Да, продукты везде одинаково стоят. Везде одинаково? Ну, да, плюс-минус несколько рублей. Да. Ну, а зарплата-то меньше несколько раз. Да. Поэтому в Челябинске можно прожить. Но недвижимость цены же разные. Да, все зависит от этого. А продукты они везде. Даже квартал вот это не делает, больше не надо. Заведение по-разному цены. Ну, квартал в Москве и зарплата ты здесь. У нас я сразу, помню, заведение сидели. Шестером, помнишь, там шестером позавтракали в ресторане. Сколько вышло там? 2,5 что-то? Ну да, что, готово. Это потому что услуга. Типа, цены за услугу. Ну, короче, суть в том, что цены на товар, они одинаковые по стране. Сосиски, а цены на услуги, они разные от городов зависят. Я бы такие сосиски не стал бы есть. Типа такси там к этому относится, интернет. У меня из одного конца города в другой можно на такси проехать за 300 там, с копейками. В Челябинске так. Прям, ты глянь, короче, здесь там город. У меня в Челябинске, я от центра до своего дома доезжал, я живу там в спальном районе. В Москве заказали, да. Можно за 200 рублей было доехать. 200-250. То есть это полгорода проехать. Я помню, в 2007, когда в Москве жил, короче, пусть где девушка была, и загулялся с ней, короче, и метро уже закрылось, я такой, типа. А я, короче, жил в этом, в Бибереве. Кузьминки и Бибири, вот так вот. На серой ветке. А, Бибири это где? На серой ветке? Нет, там же последняя серая ветка. А, все понял, так же. Вот, я такой думаю, блин, надо такси брать, такой, вот. А тогда же не было еще никаких приложений, телефонов, ничего не было. Я так нашел, как бабки, говорю, вот, типа, Бибири, за сколько? Ну, такой, ну, 2800. Я говорю, ну, вот. Я просто вообще не знал цены. Оказалось, что, ну, типа, это чуть ли не в два раза дороже было по тем временам. Блять. Ну, типа, 2007 год, я не знаю, как бы пофиг. Да. Ну сейчас вот с севера на юг до нас доехать стоит 1000. Вот. Ну Убер же дешевле, чем я на стати, да? Ну когда как? Когда одна жизнь. Потому что там, я до сих пор не пользуюсь Убер. Ну, мы пользуемся просто разными этими. И знаешь, короче, когда как? По-моему, вообще иногда цены почти одинаковые, я бы сказал. Просто иногда в Uber увеличенный тариф, когда это суббота или пятница. Там просто добавляют за собак, там что-нибудь еще. Там, не домашься, там штуку не домашься. Отлично. Там, короче, в Uber есть увеличенный тариф, типа, выходная ночь, что ли, типа, вот с пятницы на субботу, и с вот воскресенье, типа, чтобы заработать на тех, кто из баров вылазит до дома. Что-то типа, короче. Блять! Ну... И в Яндексе есть какая-то тоже такая... Там в Яндексе тоже что-то смотрели. Бежишь, смотри, бежишь, добегаешь до этого вот такого места, где ты должен запрыгивать. Добегаешь прямо под это место, разворачиваешься и прыгаешь вертикально. Ну я так и делаю. На лошадях тележка. Уже снова побежала. А там что-то осталось, вот я на умерла, там что-то... Ну там еще одно колесо будет. Не, подожди, там я на умерла. Два колеса будет. Да, еще даже два колеса. Два колеса. Вот это сейчас первый идет. Всего пункта нет. Ладно, не задумаешься в шипы. Ну хорошо.